покусал коллегу. В Кемерове вынесли приговор бывшему полицейскому, который попался пьяным за рулем и оказал сопротивление при задержании. До последнего Иван Смирнов уверял, что не притрагивался к сотруднику ДПС. И чтобы разобраться, суд назначил экспертизу. Проверяли, от чьих зубов остались следы на руке инспектора. Собаки или все-таки человека? Андрей Романов расскажет, чем закончилось дело. В зале суда Иван Смирнов не сводит кровожадного взгляда с человека за трибуной. На губе у подсудимого рана, похожая на следы от острых зубов. Их-то полтора года назад он и вонзил, что есть силы, в руку полицейского. Покусал вот этого мужчину в светлой футболке. Видимо, сильно осерчал на сотрудника ДПС, который хотел лишить его прав за езду в нетрезвом виде. Я схватил, получается, руками за жилет. Я попытался отцепить ему руки. Он непосредственно... Зубастый водитель оказался еще и коллегой покусанного инспектора ДПС. Служил в конвойном батальоне Кемеровского УМВД. Теперь, естественно, уволен. Но того, что сентябрьской ночью 2016-го распустил зубы, все равно не признает. Иван Смирнов утверждает, мол, полицейский пострадал от цепной собаки, когда ворвался в его частные владения. Подозреваемый вину в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации, не признает, со следствием не сотрудничает. А это кадры видеорегистратора патрульного автомобиля. Старая иномарка уходит от погони. Машину кидает из стороны в сторону, но водитель упорно жмет на газ. Остановился Иван Смирнов только у ворот своего дома и уже хотел идти спать, но полицейские не позволили. Завязалась потасовка, и тут пьяный водитель начал демонстрировать запрещенные приемы один за другим. Сначала пинал сотрудников ДПС, а потом пустил в ход зубы. Но силы оказались неравны, и вот задержанный уже щелкает зубами на сиденье патрульного автомобиля. А на каком основании вы меня устраняете? Имеются признаки опьянения алкоголем. И вот все участники скандальной истории в суде. Иван Смирнов в первом ряду слушает приговор. Наказание за вполне реальные укусы оказалось условным. Полтора года лишения свободы. Правда, стоит Ивану Смирнову вновь распустить зубы, как придется точить их уже об тюремную решетку. Андрей Романов, Вести, дежурная часть.